И прикол не в том, что мы себя друг с другом сравниваем. Прикол в том, что из-за того, что мы сравниваем, мы не упускаем возможности другую женщину выставить дурой. Даже если это подруга. У меня вот есть проблема на свой размер купить бюстгальтер. У меня подруга сказала, не переживай, пойдем вместе, я все разрулю. Мы заходим в магазин, и она сходу орет, у вас есть вот такие лифчики? Спасибо, разрулила. Я думаю, а что так скромно спросила бы сразу, а вот этот плафон не продается?